Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Подсознательно звук Е в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Немало проблем людям с этим именем доставляет их необузданный воинственный характер. Они часто беспричинно вспыльчивы, импульсивны, редко считаются с чужим мнением и уж точно не допустят стороннего влияния. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Этим людям необходимо научиться быть снисходительными, великодушными и любить людей, проявляя любовь, сочувствие и понимание. Как только это будет достигнуто, такие люди смогут обогатить свою жизнь как в материальном, так и в духовном плане. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Обычно эти люди с честью проходят через все испытания и благодаря решительности и твердости характера достигают в конце концов успеха. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Иногда они чересчур беспардонны. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук Д. Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Внешне человек показывает практичность, как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Владельцы этого имени свою жизнь переживают намного больше, чем иные их сверстники. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.